О неблагоприятных метеоусловиях предупреждают жители Приангарья и областной МЧС. С 21 по 23 августа на территории региона ожидаются ливневые дожди и грозы. Усиление ветра до 18 метров в секунду. Возможно подтопление низменных участков. Людям необходимо быть бдительными. Закрывать перед уходом окна, не оставлять открытыми люки чердаков и выходы из подвалов. Тщательно выбирать места для парковки транспорта. Жителям частного сектора необходимо очистить и углубить водоотводные каналы. В экстренных ситуациях незамедлительно вызывать спасательные службы.